В канун 1 мая в Кремле состоялось вручение наград. Генералу армии Павловскому председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный вручил орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза. Министру пищевой промышленности СССР Зотову вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот» Героя Социалистического Труда. Среди награжденных орденом Ленина генерал-полковник авиации Громов, выдающийся авиаконструктор академик Туполев. Среди удостоенных ордена Трудового Красного Знамени заместитель председателя правления общества СССР Япония Ясу Катаяма. Николай Викторович Подгорный пожелал награжденным новых успехов в труде и личной жизни.